Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит тириба. Это аутентичный африканский ритм. Ритм, который очень популярен во многих племенах, живущих на территории континента Африка. Исполняется он для того, чтобы земля была более плодородной. Этот ритм направлен на женское начало, он должен помочь женщине. Вот, поэтому, друзья, давайте сейчас представим, что вы находитесь в Африке. Закроем глаза. Я попрошу немножко приглушить свет и на сцене в том числе. Закройте глаза и окунитесь в сказочную атмосферу африканской музыки. Этнобит тириба. Тириба, этнобит, преподаватель Марина Одинцова. Ваши аплодисменты.